долгожданным событием. Глава города Игорь Миронов вручил семье Першуковых ключи от долгожданной квартиры. Много лет семья, где воспитывается ребенок-инвалид, не имела собственного достойного жилья. Даже не ожидали, что такая хорошая будет предоставлена жилплощадь, потому что находится в удобном районе, очень просторная, с ремонтом. Вплоть до того, что счетчики стоят везде, там санузел оборудован хорошо, балкон имеется в данной квартире, лоджия, которую можно застеклить, и будет очень хорошо. Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено во внеочередном порядке в случае, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания. Вероника Першукова – мать-одиночка, которая воспитывает троих детей. Жилищная программа стала для них лучиком надежды. На общей очереди мы состоим с 2003 года, а в 2017 году, в общем, нам официально подтвердили наше заболевание, по которому положено получение внеочередного жилья. То есть у нас через жилищный отдел перевели уже на другую очередь, на внеочередное жилье. И по этой очереди как раз нам была предоставлена вот данная квартира. Квартира находится в доме по улице Строителей. Квартира светлая, с готовым ремонтом. При выборе жилья исходили из нескольких критериев. Когда мы приобретаем квартиры, они прописываются в техзадании. Естественно, квартира должна быть пригодна для проживания и со всем остальным, чтобы у людей была возможность, сразу получив ключи, заехать и жить. Семья Першуковых – это не первая счастливая семья в Салавате, которая получила ключи от квартиры. В этом году администрация города смогла приобрести две квартиры для данной категории граждан. Работа по предоставлению квартир льготным категориям салаватцев продолжается. Чтобы встать на учет, необходимо предоставить пакет документов и обратиться в жилищный отдел администрации города. Лилия Шениязова, Иван Татауров, телекомпания «Салават».